К сожалению, в мире нет культуры похудения. Все худеют, вставая на весы. Нам необходимо наконец понять, что важен именно состав тела – жир, мышцы и вода. Когда вы в конце месяца встаете на весы, и они показывают минус 5 кг, вы не знаете, что именно из этих трех компонентов вы потеряли в большей степени. Нас, конечно же, интересует жир, так как жировые клетки, адипоциты, являются провоспалительными и влекут за собой множество болезней. А возможно ли избавиться от 5 кг жира за месяц? Давайте разбираться. 1 грамм жира – это 9 килокалорий. 5 килограмм – 5000 грамм. 5000 умножить на 9 равно 45 тысяч килокалорий. Делим на 30 дней равно 1500 килокалорий. Для того, чтобы похудеть на 5 килограмм жира в месяц, нужно создать дефицит 1500 килокалорий в день, что является невозможным для обычного человека. Если вы в конце месяца встали на весы и они показали минус 5 кг, это означает, что вы похудели не только за счет жира, но и, скорее всего, потеряли драгоценные мышцы.